Волхомиллион, который подстраивается под ситуацию. Наверное, в тот момент ему показалось, что вот он Джонсона боится. Это в очередной раз говорит о том, что он просто ошибся в своих оценках. Вот как он ошибся в оценке Зеленского, то точно так же он ошибся в оценке Джонсона. И в итоге, как мы помним, получил страшного врага. Да, вы помните, что Джонсон был первым, кто в максимальной степени, значит, продавливал через остальные западные страны, то есть Запад еще в шоке был, а Джонсон уже продавливал через них, через всех помощь Украине. Вот сейчас, кстати, может быть, мы видим одну из причин вот той энергетики Джонсона. Может быть, помимо прочих соображений, там было же еще ощущение, ну ладно, друг Владимир, давай. Считаемся. То есть понятно, что Джонсону такое неприятно было, да, и вполне возможно, что он прошлой весной он просто сводил счеты с Путиным, и Путин в результате огреб, ну, не он сам, его армия, то есть вот опять там тысячи убитых российских солдат, их родственники должны быть обязаны вот этому, могут быть благодарны Путину за смерти своих близких, значит, вот этому путинскому бахвальству. Ну да, личная составляющая в политике иногда играет гораздо большую роль, чем мы можем даже предположить. Данилов говорит, что, возможно, это просто такая пиар, знаете, стратегии, но, возможно, и нет. Он говорит, что вопрос Путина в России уже закрыт. Некоторые знают имя того, кто будет работать после Путина. Ну, насколько это, так сказать, реальное сообщение? Ну нет, конечно, никто не знает, кто будет после Путина, и вопрос Путина... конечно, еще далек от закрытия. Об этом мы сможем сказать, вот как только война прекратится, станет понятно, что вопрос Путина закрыт. А, потому что, ну, надо понимать, что война – это путинский проект, в чистом виде, такой авторский проект. И поэтому не будет Путина, не будет войны. Но война ведь идет, это значит, что как минимум на что-то Путин еще влияет. Вот. На самом деле он, конечно, по-прежнему остается президентом, по-прежнему самый сильный политик страны, далеко на голову, так сказать, оторвавшийся от всех остальных. Но надо понимать, что вот это на голову уже, так сказать, на голову, но не на голову, да? То есть, если раньше дистанция между Путиным и остальными была, там, измерялась километрами, то теперь уже она измеряется метрами. Значит, она очень сильно сократилась. То есть, понятно, что Путин слабеет. Понятно, что его авторитет уже не является безусловным. То есть ты в разговорах с представителями российского истеблишмента, не то чтобы уехавших, а там, которые в России остались, ты сплошь и рядом слышишь такие очень негативные отзывы о нем от тех людей, которые раньше ничего такого не позволяли. То есть раньше совершенно четко была такая модель, знаете, вот общаешься с ними, и там, ну, кого угодно могут обвинить в чем угодно, но самого Путина не трогают. То есть все, что плохое происходит, там на Набиуллину спишут, на Медведева спишут, на силовиков спишут, на либералов спишут силовики, если еще на какой-то. Но сам Владимир Владимирович фигура неприкосновенная. Вот это табу на его критику снято и в элитах, и в народе. Да, вот даже это кремлевские фокус-группы зафиксировали. В сентябре, помню, была утечка из Кремля. По итогам социологических опросов, качественных опросов, там серию фокус-групп они провели, и они сами однозначно делают вывод о том, что табу на критику Путина снято, и народ обвиняет Путина вовсю. Если раньше работала модель, знаете, там начинают ругать губернатора, значит, и обязательно упоминают. Ну, если модератор наводит на Путина, да, то люди говорят, ну не, это Путин-то ни при чем, это вот губернатор такой виноват. А сейчас наоборот, люди ругают губернатора, значит, потом переходит на Путина, модератор говорит, ну при чем тут Путин, это же губернатор виноват, они тут же реагируют, а кто поставил губернатора? Вот сейчас Путин, конечно, существенно ослабел, но сказать, что он ничего не значит, это еще рано. Чем вы связываете такое медийное усиление активности Патрушева, который раньше всегда молчал и был вообще такой дедушкой в тени? А сейчас он начал раздавать там интервью достаточно часто и рассказывать, что там выхода другого не было, ну, нас приперли к стенке,
проклятый мировой империализм, решил, значит, на русскую идентичность замахнуться, ну, всякое такое, всякую хрень. Суетится, он суетится, он нервничает, он понимает, что все идет не так, как нужно, и находит себе место, и пытается вот уже лично вмешаться, так сказать, эх, вы, лопухи криворукие, вот сейчас я покажу, как все делается. Вот, Патрушев, как лидер своего крыла, он, конечно, нервничает, потому что, ну, что, война проигрывается, в общественном мнении они проигрывают. Ну, то есть Россия полным ходом идет, вот, если историческими аналогиями говорить, от 2014 года к 2017 году. И понятно, что этим ребятам там некомфортно. Вот поэтому они меняют в том числе и модели своего поведения привычного. Раньше он был, так сказать, уверен в себе, не царское это дело, так сказать, с холопами разговаривать. А теперь уже бежит, суетится, пытается холопов убедить в чем-то. А вот еще раз о личном факторе. Вот этот батл, не прекращающийся пока, между Пригожиным и Гиркиным, он, с одной стороны, очень такой комичный, да, особенно вот эти обещания, извините, нассать на лицо, а с другой стороны, ну, спрашивается, а там стоит ли что-то, кроме личного фактора, за этим? Ну, то есть конфликтом, допустим, тех, кто называет себя ЧВК, и тех, кто называет себя ополченцами. Ну, понятно, что ни те, ни ЧВК, ни эти не ополченцы. Одни бандиты, другие тоже бандиты. Знаете, как Дарвин говорил, самая бескомпромиссная борьба за выживание, она ведется внутри вида, внутривидовая. Это та самая история, они друг друга не любят, потому что каждый считает, что вот он лучший патриот, чем тот контрагент. Они стилистически очень разные, то есть они друг друга не приемлют даже на стилистическом уровне. Гиркин, он претендует на, знаете, ну, то есть он пытается вот разыграть роль такого классического киношного русского офицера, еще дореволюционного, такая вот белая кость, знаете. Даже если он злодей, то, но он все равно должен быть вот, стилистически безупречен. А, значит, Пригожин, он наоборот, это уголовник, это человек без вкуса, без такта, человек, отрицающий саму эстетику, вот эту вашу, так сказать, мещанскую. Вот. И поэтому, понятно, они друг на друга смотрят, и значит, и им противно. То есть Пригожин смотрит на Патрушева, на Гиркина и говорит «пижон», а Гиркин смотрит на Пригожина и сквозь зубы цедит там деревенщина необразованная. А? Халдей. Там же какой-то чувак назвал его халдеем Пригожина, тоже там выступил, записал что-то. Я думаю, что он просто слова своего патрона повторил. Ну, может быть. Да, ну, в общем, вот один такой с претензией на рафинированность, а другой с претензией на такую народность. Оба достаточно лубочные. Ну, на самом деле, надо должное Стрелкову. Он выглядит гораздо более убедительным в своей роли. Ну, и вообще нервы у него покрепче чувствуются. То есть вот эту схватку, очевидно, что он в части самоконтроля, он выиграл. Пригожин показал, что у него нервы не к черту, что он не в состоянии вести нормальный диалог. Он сразу же срывается на визг, такой, знаете, площадной визг базарной бабы. И он, конечно, проиграл, да. Но на самом деле это все несущественно. Это, знаете, можно все это не обсуждать. Даже это не ключевые события российской политики. Да, Пригожин вот наехал на Кремль. Вот на это обратили внимание гораздо меньше. Хотя на самом деле вот эта новость, это событие. Это тектонический сдвиг, если можно так сказать. А то, что они ругаются со Стрелковым, с Гиркиным, ну это так. Ну да, да, он обвинил людей со Старой площади, что они, дескать, играют против него, и они там полные... Не-не-не, не против него. Это его первое обвинение было, что они играют против меня и заказали против меня, дескать, там в Телеграме какую-то там пиар-компанию негативную. Не, он после этого, его никто не осадил, и он после этого через пару недель выдал в эфир, ну то есть это было всего неделю назад, выдал в эфир гораздо более... шокирующее с точки зрения вот, российских политических традиций заявление. Он сказал, что
там на Старой площади полно, значит, сидит, вот он прям так сказал, что не то чтобы один или два американских шпиона, что там вообще забита администрация президента американскими шпионами, которые втайне мечтают, что Россия проиграет, значит, и Америка победит. И он им там кувалдой своей вагнеровской угрожает. Вот это событие, понимаете? Ну, вся российская властная вертикаль, по крайней мере, в части политического процесса, она держится исключительно на звонках из администрации президента. Вот. И там вся суть, и вот этой, вся фишка, так сказать, этой машины заключается в том, что администрация президента является безусловным авторитетом, и звонок оттуда ведет к тому, что губернатор или министр, или глава или госкомпании, кому позвонили, вот он бежит, подпрыгивая, выполнять это поручение. Но для того, чтобы вот люди бежали, подпрыгивая, выполняя поручение, не считаясь ни с чем, нужно, чтобы ну, было четкое понимание, что вот это хозяева жизни. А когда их там оскорбляют, угрожают им, а они молчат, упираются, и Путин позволяет этому происходить, ну, это значит, ребята, а вы кто такие? Вот. И уже, может, еще и побегут выполнять, но подпрыгивать уже не будут. А может, уже и не побегут. Ну, то есть, вот распадается вертикально, на самом деле, с помощью которой Путин управляет страной. То есть, Пригожин, такая очень диалектическая история получилась. Он, с одной стороны, значит, спасает Путина, да, на фронте он там воюет со своим Вагнером, делает то, что, я так понимаю, российская армия сделать не в состоянии. Вот, то есть он объективно помогает Путину этим. Но при этом одновременно он своей вот этой безудержной медийной активностью внутри страны, в части внутриполитического процесса, он разрушает, по сути, властную вертикаль, он ее дестабилизирует, понимаете, он создает у людей ощущение, что мир рухнул, летит в тартарары. Понимаете, бюрократия, она держится на иерархиях, а тут из-за пределов иерархии, откуда-то со стороны появляется какой-то лысый крендель, извините за выражение, значит, который на фене там ботает, матерится, и всю вертикаль обрушивает, хлещет по щекам там Медведева, главу действующей партии власти, Герасимову, главу армейской вертикали, значит, Кремль, администрацию президента, на которой вообще все держится, святая святых, и оскорбляет их. И все терпят, и все молчат, и Путин это позволяет. Ну, то есть, то ли Путин вообще ослеп и ничего не видит, или его парализовало, и он уже ни на что не способен, ну, либо он считает это нормальным. Но в любом случае, это дестабилизирует тот порядок устоявшийся, на котором все держалось раньше. Да? Причем это происходит и в глазах элит, и в глазах рядовых граждан. Вот. Поэтому, вот, конечно, очень странная ситуация, когда тот, кто, так сказать, помогает одновременно и мешает. И еще непонятно, что больше, так сказать, что больше в результате его деятельности Путин получает, чего больше, плюсов или минусов. Пока Пригожин всех бьет по щекам, Кадыров неожиданно всплакнул и заявил о том, что обвинил Украину и Польшу в том, что они не помогали ему в свое время воевать против России. Вот он буквально сказал в своем виде следующее. Где вы были тогда, когда мы воевали за Ичкерию? Когда мы отстаивали свою независимость? А теперь, говорит, поздно, потому что мы сами себя не прокормим, потому что, так сказать, нас больше миллиона, и теперь мы уже можем быть только в составе России. Чего вдруг всплакнул? Он тоже нервничает, видимо. Ну, то есть вот этот его месседж, он, конечно, настолько неоднозначный. Ну, просто как политтехнолог говорю, что ну, нельзя такие месседжи выдавать в эфир, оставляя на произвол, так сказать, на усмотрение там, тех, кто его услышит, интерпретировать его. Потому что проинтерпретировать это могут ну, как угодно, в том числе и самым невыгодным кадровым способом. Поэтому, конечно, такие вещи, особенно в таких сложных ситуациях, как сейчас, недопустимы. Ну, то есть ты должен говорить вещи однозначные, а если какую-то вещь неоднозначную, но ты должен все-таки сопроводить это сообщение, значит, ну, каким-то образом сформировать контекст, чтобы люди все-таки поняли, что ты хочешь сказать. А это вот выглядит так, как будто он не знает, что хочет сказать, то есть в нем есть какие-то эмоции, значит, они в нем бушуют, и он в итоге, значит, вот у него в голове там уже все перепуталось, да, и это следствие чего? Следствие того шока, который он испытал. То есть это косвенное подтверждение слабости, ну, то есть того, что он не знает, что делать. То есть раньше все было понятно, вон враги, бей. Вот. А сейчас что-то
так, что-то у него в голове случилось, и вот все у него там каша такая. Так что, да, это еще одно свидетельство, очередное свидетельство того, что у них все идет не так, как должно было.